Вы смотрите обзор товара Zoomobil Коровка, средний с монитоприемником, Joy Automatic. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. На лугу пасется кто? На лугу пасется Zoomobil Коровка Зойка. Электромобиль, выполненный в виде животного, вызывает огромный интерес у детей. Коровка Joy Automatic может ехать вперед и назад, а ее спинка будет удобной для двух малышей одновременно. А если ребенку хочется покататься вместе с мамой или папой, Зойка нисколько не будет возражать. Главное, чтобы общий вес катающихся не превышал 100 кг. На борту Zoomobil Joy Automatic имеется монитоприемник и таймер, который отключит питание электромобиля, как только закончится отведенное время. Таким образом, коровку можно купить и на подарок, и для последующей сдачи в аренду или проката. Несложный уход за тканью, продолжительное время поездки, простой принцип управления. Скорость движения – 3 км в час, хорошие показатели в плане безопасности, из позиции получения удовольствия от поездки. Звоните и заказывайте коровку по лучшей цене. Мотор 12V на 60 Вт. Аккумулятор 12V на 20 Ах. Мах-скорость – 3 км в час. Возраст – от 3 лет. Мах-нагрузка 100 кг. Звуковые и световые эффекты, воспроизведение музыки с носителя. Габариты модели 100 на 65 на 95 см. Вес в упаковке чистый, 18 кг чистый. Особенности модели: звуковая карта, регулятор громкости, динамик. Дополнительно, вход USB, SD Memory Card. Запас хода, 6-8 часов. Время заряда, 4-6 часов. Посадочные места, ребенок или взрослый ребенок. Скоростные режимы, одна скорость вперед и одна назад. Таймер есть. Материал, плюшевая ткань, пластик, металл. Монитоприемник есть. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.